Вячеслав Сергеевич, ну уже определенный этап балансовой комиссии в городе Бийске прошел. Каковы ваши, так скажем, каковы результаты, по вашему мнению, как сработала бийская промышленность, где какие-то, может быть, минусы, ну а еще лучше, если есть плюсы. Сегодня мы рассмотрели более 15 предприятий, наиболее крупных предприятий Бийска, которые представляют оборонную промышленность, химическую промышленность, а также занимаются производством композитных материалов. Ну и подводя итоги, не могу не сказать о том, что по полугодию, по которому отработали предприятия и сегодня отчитываются, практически по всем наблюдается рост, причем по большей части предприятий этот рост практически в два раза. Где-то 180%, где-то там 175%. Конечно, не исключаем, не стоит исключать и ценовую составляющую, потому что дорожает сырье и материалы, растет заработная плата, и это неплохо, что она растет в среднем где-то от 13 до даже 30% по Бийску. Я бы даже сказал, что по Бийску более опережают темпы роста заработной платы, чем по Барнаулу. Мы на прошлой неделе барнаульские предприятия закончили пропуск, такие же межведомственные комиссии по итогам работы по полугодию. Поэтому вот тенденции таковы. Объемы производства увеличены. Это уже факт того, что произошло. То есть это не прогнозы, о которых мы говорим на конец этого года и что-то планируем. Это уже фактически достигнуто. Соответственно, и налоговое отчисления растут, бюджет как местный, так и краевой, и федеральный. Ну и заработная плата, я о ней уже сказал. И что немаловажно, до конца года, по крайней мере, точно мы такие вопросы задавали по всем, кто сегодня присутствовал на межведомственной комиссии, у них сформированы портфели заказов. Возьмите Бийский котельный завод, который еще 3 года назад имел огромные долги перед банками, перед налоговой, недоверие к себе со стороны заказчиков. Сегодня ситуация кардинально меняется. Посмотрите, что происходит по Бийскому олеумному заводу. В два раза увеличен объем производства. По СИП-прибормашу сегодня требуются люди. Еще одна такая важная особенность вот этой комиссии, тенденция, которую хотел бы отметить, это то, что прям кардинально больше людей надо, рабочей силы. Если мы всегда говорили, что проблема для края, нехватка кадров, то сейчас для предприятий Бийска и в первую очередь оборонно-промышленного комплекса это вопрос номер один. Мы сегодня отдельно, вот буквально после межведомственной комиссии будем собираться, у нас и Минобр подъедет, будет присутствовать здесь, и представители военкоматов, и представители предприятий, будем обсуждать тему, как все-таки наши предприятия оборонной промышленности, в первую очередь Бийска, обеспечить кадрами для того, чтобы они госзаказ успевали выполнять, для того, чтобы они производство наращивали то, которое необходимо, и Минобороны. Ну, судя по вашим словам, по тому, что мы сегодня услышали сейчас, да, в целом промышленность Алтайского края сработала неплохо, даже несмотря на какие-то санкционные там вещи. И как Бийск, так и Барнаул, и в целом по Алтайскому краю, да, я подтверждаю это. Следует отметить, опять же, что сократился экспорт. Многие предприятия это отмечают, и это объективно. Мы понимаем, почему. Но та продукция, которая шла ранее на экспорт, она в принципе переориентирована на внутренние рынки, либо на страны, которые раньше с нами не работали, сейчас начинают продукцию нашу уже принимать. Поэтому сокращение экспорта компенсировалось другими рынками. Это неплохо, то есть предприятиям дает возможность стабильно работать дальше. Сегодня нет никаких-то провальных звеньев в цепочках кооперационных между нашими предприятиями от получения сырья до выдачи готовой продукции. Где-то выпадающие звенья возникают, руководители предприятий с нашей, в том числе, помощью, с помощью правительства Алтайского края, эти вопросы закрывают, решают, уходят от них.